Мы его не посещали, по-моему. Идем. Даже люди сделаны в макете. Прямо рядом с храмом Бога. Стена. Это стена. А, вот центральные ворота. Смотровая площадка у нас вот здесь. И мы смотрим через дорогу на центральные ворота, которые заложены были. Да. Да, и вот эта стена. А там колокола звенят в храме. Это в том храме мы прошлые. Да, мы лазили там. Там вот это вот усекновение. Голову совали. О, и тут бьют часы. Идите сюда, бабушка. Идите. Что там, колокол висит? Внутри вот мозаика выложена. Да. Там вот ступенечки, люстра внутри. Да. Сколько труда вложено для того, чтобы осознать величие. Сейчас мы ее найдем. Сейчас мы ее найдем. Вот храмовая гора. Сейчас мы ее найдем. Она же была там. Единственное, она без перегородки женской. Видимо, это мечта соединить мужскую и женскую половину. Магдалена, по-моему, Мария. Что тут вдалеке, Миша, глянь, как красиво. И деревца. А это как вот то, что фут коле, в скале вырезанные эти жилища. Максимум на Мадрид. А вот эта базилика, мимо которой мы шли, я вам говорила, посмотрите налево. Христианская базилика 8 века. Она одна из самых древних. Покажи, о, где... стена. А, вот она, стена плача. А вот она, стена плача. Только... Вот это вот то, на фоне чего я вас сегодня фотографировала. Неразгороженная мечта, да? Объединить женскую и мужскую половину. Не, разгороженная, вон перегородочка стоит по центру. А, фига, это плексиглазовая.
Только здесь не показаны леса и реставрация. Сейчас женская часть очень сильно урезана, потому что тут идет реставрационная работа. И уже третий, четвертый год уже идут эти работы. 20-й год. Ну, на нашей памяти 4-й. Я здесь была впервые еще тогда, когда не было лесов, и уже 20 лет народ молится и днем, и ночью, ребята.